Привет! В этом видео я хочу рассказать, как решить проблему при настройке порта. Бывает, выскакивает вот такая ошибка, произошла ошибка при настройке порта, эта операция не поддерживается. Чаще всего она связана с принтером при настройке, либо работе принтера. Для решения этой проблемы можно воспользоваться следующим методом. Заходим в панель управления. Для этого русскими символами вводим панель управления и заходим в приложение. Приложение, панель управления, левая кнопка мыши, зашли, оборудование и звук, устройства и принтеры, зашли. Здесь будет несколько принтеров, которые у вас установлены. Важно выбрать тот, на котором эта ошибка возникает. У меня нет ни одного физического порта, поэтому буду ни одного физического принтера, поэтому буду показывать на примере любого из этих, к примеру. У нас этот принтер выдает такую ошибку, либо не работает, то пробуем решить проблему с ним. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства принтера. Выбрали. Далее заходим в вкладку порты и выбираем из всех этих портов, выбираем любой порт, нажимаем настроить порт. У нас произошла ошибка, то есть этот порт не подходит. Также не подходит тот порт, который был изначально. Я пропустил показать, ну вот покажу. Настроить порт выдает ошибку, поэтому ищем тот порт, который не выдаст ошибку. Например, LPT1. Нажимаем настроить порт, у нас не выдало никакой ошибки. Вместо этого у нас появилось окно настройки параллельного порта, значит этот порт будет работать. Нажимаем ОК, применяем его, нажимаем применить, закрыть, выходим, перезагружаем компьютер и пытаемся пользоваться нашим принтером, посмотреть, решилась ли наша проблема. На этом все, спасибо.